Привет, пацаны! Думаю, достану камеру, сниму, а то если сейчас не сниму, то потом вообще никогда не сниму. Короче, сегодня все не по-детски, все по-взрослому. Дальняк, пошли. Ну, это зимний такой дальняк, а он такой суровый, блин. Очково, очень очково. Это, минус 10 на улице. Ну, а кто не очкует, тот не побеждает, сами знаете, да? Шутка такой. Ага. Совраска. Зарядил его. Заправил, все проверил немножко вчера, обкатал немножко. Сумку сложил самое необходимое. Чуть-чуть пожрать, запасной комплект одежды, носки, топор. Без топора я никуда, что-то последнее время. Хрен его знает, всякое бывает, правильно. Ага. Так, ну, пошел я на большой круг, на 50-километровый по лесам. И это, маленькие эти, разведываю. Отходящие от большой дороги. Трейлы. Классные такие пейзажи открываются, скажем так. Вот на одном я допилил до самого конца. Спасает то, что сегодня солнце. Когда солнце, знаете, то всегда веселее. Хоть какой-то морозяка, хоть что, это как-то веселее. Думаешь, обломаешься, так дойдешь. Ага, вот мы приехали, здесь конец, я так понял. Ну, классно. Я высматриваю места, где эти засидки делать. Ман, какие холмы, да? Какие там пейзажи открываются. Иногда едешь прямо такие склоны, ну прямо в горах как будто. Не, блин, здесь можно было бы еще пилить, а? Не знаю, как далеко, но еще можно было бы ехать. Но нам не нужно, мне нужно просто от трейла немножко, от основного там километр-два, чтобы в спокойствии засидки на медведей ставить. Ну и чтобы деревья были большие, а дерева есть. Ой-ой-ой, жалко не передать камерой. Какая красота. Это ж офигеть просто. Ну что ж, движем дальше. Пока не засохли, пока техника не засохла, будем двигаться. Бензину немножко, маленькую канистру с собой запасную взял. Как полбака сожгу, так назад. Вот такие вот дела. Друга дома оставил, жалко, нельзя. Да и куда ему бегать? Он заколебался. А возить его тоже не на чем. Ну вот так вот, побежим дальше. Если что увидим, включим камеру, покажем, может быть. Засох я в корень ехать на квадрике. Бросил его, иду пешком. Чуть-чуть так размялся уже немножко. Пацаны, ну какие, блин, я не знаю, сказочные места, а? Ёлки-палки, ну зайцами прямо все выбито. Это и рябчиков следы были. Видели? Давайте еще одного покажу. Пошел. Я увидел, просто вам хотел показать. Представляете, вот если так охотиться, да, на них. 100%. О, вот видите, у вас нет. Сказка. Ну-ка я здесь пойду разведаю. Мано, смотрите, какие тропы. Кто силки любит ставить. Я не одобряю петли. Мучается зайчишка. Ага. Но я знаю, что народ здесь этим занимается. Молодежь особенно. Ой-ой. Холодно немножко. Ну ладно, я здесь пошарюсь немножко. Камеру выключу. Ну красота. Елки-палки, а. Какой клондайк, за что мне такое счастье, столько дичи. Ай. Зайчишки сидят здесь и ждут просто дядю, бери двадцатку, пойдем, повоюем. Вот по этому трейлу иду, а он весь это избит птичьими следами. И вот не поверите, как в фильме ужасов какого-то. Идешь слева, справа, потом слева, и сидят рядышком, видишь, и главное. Ёлки-палки, 8 штук насчитал. Это мамаша, по-моему. Тревожно так, кудахтал. Ребят, предупреждал. И вот сидят, вот не шевелятся. Представляете, если густое дерево такое зеленое, да, вот так? Будешь стоять, нихера ничего не видно, да? Нету рябчика, да? Пока вот так это. Если ты не будешь не шевелиться, ничего не делать, то некоторое время пройдет, и он осмелеет и начнет вошкаться. Когда ты его увидишь. А так вот это их спасает вроде. Очень глупая птица вроде бы, да? Ну вот это вот такое. Офигенное искусство вот так вот.
не шевелиться. Как восточная мудрость, сиди, не рыпайся, и ты увидишь, как пронесут мимо труп твоего врага. Молодец, рябчик, так держать. А мы еще немножко полазим. Блин, вроде и лом это, каждый раз камеру доставать останавливаться, но я знаю, вам интересно, да? Ну вот смотрите, бивак какой-то. Ну, блин, перекладина, что это? Неужели обдирать животных? Или палатку делали? Наверное, палатку, шатер большой, да. Делали, жили здесь. Ребята, охотники. Вот очаг у них здесь, видите? Запас дров хороший. Напилили. Там что-то какая-то полянка. Ну-ка, пойдем посмотрим. Чубачок стоит тоже. Ага. Возможно, здесь они вигвам свой ставили. Видите, тоже чурки, немножко дровишки. Зайчики теперь бегают здесь. А это что за насест? Ой, хрен его знает. Это я опять уехал. Главное, трейл разведывать. Другой. Ага. Так, ну и здесь какой-то бардак. Есть. Сейчас под снегом сильно не увидишь, наверное. Колеса старые. Банки консервные. Провода. Стулья. Блин, ну по-свински немножко. Дровишек много, холодильник старый, бошка железный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бардак, бардак немножко. Но я люблю шариться по таким местам. Это иногда что-нибудь полезное, знаете, приметишь. А потом, когда приспичит, ну, допустим, вот это что такое? Это какая-то рама от чего-то. Металлическая. А вдруг я надумаю вертолет строить, да? Приеду вот за этой рамой. От огнетушителя, по-моему. Ну, разобрались. Разобрались. Холодно, блин. Ноги припекает. Ничего себе. Тормозные колодочки. Гвозди торчат. Осторожнее надо ходить, блин. В мягких сапожках, как моих. Какая-то стулья. Уже негодная. Вот, блин, целый штабель. Целый штабель стульев. Все сломанные, я думаю. Ну вот так, посмотрели, да, побежали. Надо бежать дальше. Волка ноги кормят. А про волков, блин, ну до безобразия, трейлы истоптаны, просто истоптаны волками, блядь. Ненавижу сволочей. Конечно, ни хера нету, вообще ни хера нету. Все, волки, блин, выгрызли. Прямо, вот покажу в следующий раз, как будто, блин, динамит мой бегал там целый день, блин, туда-сюда, нафиг. Следы. Ну ладно, чего уж там. Раз. Иду себе, значит, еще одного рябчика поднял. Смотрю, впереди такая просека. Думаю, о, классно, да, о, сказка. Я выйду, осмотрюсь, да. Выхожу, и что я вижу? Охренеть, да? Метеорологическая станция. Видите? Скорость ветра, направление ветра, количество осадков, солнечная батарея есть, передает показания, транслирует куда-то, и они нам оттуда потом погоду передают, где какая температура, тудым-сюдым. Блин, и время-то, зимний день короток, елки-палки. Давайте пойдем глянем быстро, что там написали. Типа это, видеокамера у нас есть, нихера не трогайте здесь, а то сразу по видеокамере ваша патокарточка ментам, и те прилетят, и вам по башке настучат с понтом. Так, правительство нашей чудесной провинции, звоните нам. Так, ага,
Замок мощный, а нахрен он просто так висит для понта, да, здесь? Интересный. Ага, комбинация. Хотел бы я знать комбинацию. Хорошие замки такие, между прочим. Ага. Так, понятно, кто сделал этот забор. Ага, комбинированный замок убрали, а простой повесили, маленький. Так. Блин, чем больше покажу, тем больше мне неприятностей на заднице, правда? Потом начнет и дядя Вова, а ты можешь узнать, сколько метеорологический эквипмент там туды-сюды, и где, и как их калибруют, блин, и производитель нахер, установитель, блин, и все. Откуда я ничего не знаю, правильно? Я просто в лесу шарился, нашел, сфотографировал. Короче, моя нихера не знает. Твоя идет, моя стреляет. Вот так. Все посмотрели. Хорошая вольера для собаки. Ничего не скажешь. Камера, конечно, и не пахнет. Пусть они и гонят, блин. Но отпугивает хорошо этих мудаков. Такие вот эти хорошо отпугивают. Они боятся потом. Думают, и правда, а вдруг камера. Ну, а нам надо идти дальше. Вот оттуда приехал. Ага, дорога продолжает туда идти. Видите, по снежку уже, пока снег, со тех пор, как снег выпал, уже успели покататься люди на квадриках. Ну, когда тепло было еще, видите, оно в лед превратило сразу. И едешь, такой хруст ужасный стоит. Ага. Ну и по-свежему тоже кто-то ездил. Так, это понятно. 400 метров от трассы нельзя. Вот это меня очень интересует. Ага. Вот это я очень хочу посмотреть. Чтобы разобраться, куда что идет. Короче, сейчас я почитаю, наберусь грамоты, а потом расскажу вам. Это для снегоходчиков. Видите, написано, не пей, или когда выпьешь, потом не езди. И хотят, чтобы ты зарегистрировал свой снегоход. Так, снегоходы, снегоходы. Та-та-та-та-та-та. Да, есть, короче, эта организация такая, ко мне ребята подкатывали, говорят, если ты зимой будешь здесь жить, в этой избушке, если у тебя будут люди, то мы это трейл к твоему дому проложим, и потом это сеть трейлов, которая соединяет всю провинцию, короче, и можешь это в соседнюю провинцию пробиться аж до Манитобы и в другую сторону аж до Альберты. Ну, весь мир открыт, то есть, представляете, у твоих ног. Вот видите, заправочки написано, да, что 7 дней в неделю открыто. Та-та-та, вот заправки. Ага, закрыто по средам, да? Классно, классно. Все маршруты расписаны, все. Ага. Это, видите, Трансканада. Зеленый такой, мощный. А, он идет по трассе. Ага. Потом это главный, это второстепенные, красные. Ага, и вот где звездочки, там где-то можно погреться, домики будут. Чик, чик. Не знаю, видно солнце от блеска, это у меня ничего не видно на экране. Вот здесь можно погреться. Ага. А, и даже эти номера, видите, 208F, там то все. Вот это какой? 208 и О. О-о-о. Ну-ка, кто нашел? Я-то это старенький, тупой. Я еще не нашел, может, вы нашли. 208О. 208L мы приехали. Учкудук Лейк проехали. Чик, и вот он сюда погнал. Видите? Вот народ, откуда приезжаем. А тут вообще это Трансканада, потом главный трейл такой зеленый. Ага. Но нам сюда не надо. Блин, а. Знаете что, я, наверное, еще продерну сюда и потом поднимусь сюда. Ну, ладушки, пока. Поедем дальше искать приключения на одно место. Приехал оттуда, и открывается такое интересное место. Ага. Чья-то обитель. Домик классный. Телевизор даже у них есть. Тарелку поставили. Фужеры висят,
стулья, кресла хорошие, запас дровишек есть. Так, свежак, кто-то был здесь на машине недавно, подъезжал. Добро пожаловать, говорит, в нашу камин. Да, свежие следы, наверное, кто-то дома есть, может, даже. Вот так вот. Построек полно всяких. Ага, хороший домик, маленький. Еще один. Ух ты, здесь он. Качели, дичь разделывать. Блин, одни охотники кругом, а? Одни охотники. Как они лихо положили там на ветку, а здесь прикрутили просто. Хорошие места, хорошие. Уже прилично так глухомань зарюхались. Надо выезжать назад на более-менее главную дорогу. Но здесь я смотрю, стоит какой-то типа автомобильного, блин. Чего у него за техника, хрен его знает. Один квадрик проехал, один это, как машина. Ну, помчались дальше. Блин, шарю здесь, нашел такое офигенное место. Уже думаю, сейчас запишу себе Paradise Hill. Короче, как едешь справа после ручья, после крик. Смотрю, блин, уже прикидываю, где бочку можно было бы поставить. Вот у этого дерева, наверное. Блин, а? И уже это опередили нахер, блин. Вот так это, блин, ну я не знаю, если варежка их хлебать, это щелкать, нихера ничего не увидишь же, блин. Я так смотрел, смотрел, повезло, нашел, блин. Лестница лежит, лестницу я потом уже заметил. Видите, она заснежена, там лесу ее не увидишь. А вот гениально мужик сделал, а? Блин, это просто гениально, я тоже так хочу. Я, блин, наберу заготовок, я такие херовины сварю. А? Это же сказка, это просто сказка, нахер. Вот такие вот эти, такие варианты я это давно ищу. Видите, два дерева, короче, находишь и прикручиваешь эти херовины. Вот доски, ложишь их наверх. Потому что это по закону всегда заставляет это, когда сезон закончится, убирать их. Наситки. Вот лестницу на землю бросил. Доски бросил и все нафиг. А тут, блин, три шурупа хороших. И здесь три шурупа. Ну, сказка, сказка. А лестницы тоже я хочу делать с подручного материала. Знаете, две жерди нашел, два тонких дерева. И только перекладинки привез с собой. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук, да? Ахаха. Надо за зиму наготовить будет таких вещей, а? Это же классно. Это лучше всяких переносных, знаете. Можешь ее на постоянку. А можешь раз не поленился, ключиком открутил. Болты выкрутил и забрал. Ой, 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 сказка. Просто сказка. Ну хорошо, вроде все снял хорошо. И для Себы тоже. Потом посмотрю еще. Может, улучшить можно как-то конструкцию. Наверняка можно как-то. Ну вообще здорово, и так здорово. Там, я смотрю, в уголке эти дырочки есть. Можно это шурупом снизу так жик-жик-жик доски прикрутить. Ага. Только что надо будет это определенной длины доски каждый раз для каждой носитки. Ну, в принципе, один раз их привез и бросил, правда. А можно и не доски, и полежки, и все, что хочешь, и брусочки. Ага. Можно деревья поближе найти, и просто как, чтобы задница поместилась, да? Кусок такой мощной фанеры выпилил, положил. Главное, вот эти вот штуки. Прелесть, прелесть. Ну, не зря я остановился, не зря бегал здесь. Потому что сам этот, блин, трейл завален нафиг. Я уже думал, блин, надо с бензопилой приехать, прочистить его. Так, значит, кто-то, блин, здесь застолбил, а? Ну ладно, хрен с ним. Разведываем дальше. Ну вот, прошло некоторое время, я засох, как цуцик, блин. Ну, приехал с этой дороги, приехал, вот стоп-знак стоит, вот такой знак стоит и такая развилка, перепутье. Вот это лошадка. Туда направо, если пойти, это в сторону цивилизации.
и почти можно выйти к более-менее таким цивилизованным местам. А туда, если пойти, это все наши угодья, где-то километров 30, 40, 50. Ага. Там написан знак, вон стоит, видите, что дорога заканчивается через 6 километров. Здесь знаки все расхерачили. Тоже карта должна была быть для любителей езды на снегоходах. Солнце светит, ничего не вижу. 208, о, не? Так, ну вот это вот, как я уже сказал, слева все это наши угодья. Вот где мы ехали, здесь слева вот тут вот. И вот сейчас, если ехать туда 30, 40, 50 километров, слева это все наше. Холодно, блин, холодно. Хорошо бы тщательно разведать бы каждый подъезд. Ну, сколько сможем. Очередная сказка. Сколько видите в кадре? Рябчиков. Вон там один далеко, здесь второй, вон там третий, а туда за кустики забежал четвертый. Мне солнце всегда мешает, как и положено, чтобы хреновому танцору всегда что-то мешало. Я их не вижу вообще. Один, второй, там за кустами где-то третий. Вот там вдали на солнышке греется четвертый. А скольких мы еще не видим, да? Ну, вот так вот гоняешь, гоняешь по этим дорожкам, блин, ага. И попадаются. Блин, хотелось бы еще немножко разведать, а? И пугать их неохота. А, рябцы! Застыли, блин, как мумии. Пошевелитесь хоть немножко, блин. Зимой-то вас все равно видно на снегу. Если б летом вот так, конечно, никто не заметит вас. Так вот замрете и все. Вон-то, видите, пошла теперь. Пошла, пошла потихонечку. Главное, потихоньку, незаметно. Ну, вот еще что-то поклевывает. Отбой тревоги, думаешь, да? Хорошие вы, ребята. Но надо двигать дальше. Только выключил камеру, он из-за того. Второго, да? Третий высовывается. Любопытный. Так. Ну-ка, ну-ка. Это первый пошел, где у нас второй был? Вон второй, а за ним, видите, вот. Справа налево выдвинулся третий. А там вдали четвертый будет тогда. Бесподобно, как они умеют замирать, а? Классно, курочки, а? Как дома вот как будто ходят у тебя? Ну как таких рука поднимется стрелять, не знаю, блин, петушок он расфраерился, блин. Вкусное мясо, конечно, интересная охота на них. Ну мы поедем дальше. Раз, раз, едем, 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 впереди препятствие. Думаю, кулющим камера. Ну камера не передает, конечно, а как это, когда вылетаешь оттуда на взгорок. И вдруг раз, такая вот ландшафта, даже не знаешь, куда поехать. Все-таки воды, да, какие мощные, как они прорывают. Это ж вода вымыла, блин, все. Сейчас вот ничего нету, когда высокая вода, ой-ой-ой. Давай, Савраска, давай, 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 родимый! Следы на снегу, знаки перевернуты, нехорошо. Thank you.
О, блин. Уже тоже кто-то был до нас, а? Зачем камера включена, не знаю даже. А? Я просто хочу разведать, посмотреть. Место для привады. Paradise Lane, Milt and Depp's Place. Milt and Depp's Place. Milt and Depp's Так, никто больше не проезжал, чувак развернулся, а? Чувак развернулся. Ну мы же не чувак, правильно, мы же дурак. Чем мы будем разворачиваться дальше? Мы попробуем. Бензин уже начинает убавляться в баке, а? Еще немножко. Ага. Блин, пилю, глухомань нахер. Только вот эти звери, бля, ходят. И больше никого нету. Ага. Ладно, идите нахер. Что тут написано? Ага. Зоны охотничьи. Граница здесь. Там 62-я, здесь 63-я. Ясно, вон оттуда я приехал, туда я еду. Блин, засох, засох, нет бы, дурак, летом, блин, такие вещи делать, а. Ой, давайте пробздимся немножко, да мост проверить хоть, блин.
Рабочий он хоть? Нет. Из чего он сделан эти, блин? А, то заедем, он раз и сложится нафиг. Хрен поймешь, блин. Щебень насыпали, что ли? Река. Ну, классная река. Это тут это, на форель. Рыбалка хорошая. На хлыст там можно. Вот такая вот речушка. Ну и какие склончики там. Ну не сплавишься по ней, наверное. Да, сильно много камней. Расхерачишь всю байдарку и все эти ветки, видите, все. Не, невозможно. Ну классно, классно. Так, а это значит табличка, надо полагать, зона 63 началась. Ой-ой-ой. Кто же здесь ходил, а? Это зайчик прыгал, ясно. А это кто? Звера какая-то. Ну, рябчиков много, очень много. Вон там впереди опять что-то темненькое, может быть, рябчик. Бух, холодно, холодно. Погнался, пацаны, блин. Всю дорогу вот такая херня, а. Через каждые, блин, 500 метров, нафиг. Охренеть, блин. Ни с какой тележкой, ни с каким, блин, ни с какой добычей не вылезешь нахер. Она ж это, блин, втыкается туда, квадрик, знаете, нахер. Иногда думаешь, не вытащит, блядь. Еще глина подраскисла немножко от снега и на солнышке теперь. Блин. А в одном месте до того был крутой подъем, блин, что я думаю, это на жопу, блин, перевернется. Блин. Ну, что-то, блин, конца пути все никак нету, а. Ой-ой-ой, вот это, наверное, так поворот. А тут еще до хера. Бля. Полбака. А нам еще назад ехать, а. Блин, а? Ну ладно. Надо разведывать, правда? Сейчас. Так, еду, еду. Ну, чую, больше другой возможности не предоставится, наверное. Всегда будет некогда, или то, или все. Впереди, мне кажется, вон то озеро. Это большое, по-моему, Big Sandy Lake. Время уже больше, блин, чем обед. Жрать охота уже. Дома друг, блин, запертый сидит. Но у него хоть жрать и пить есть. Ему только в туалет нужно. Да, Big Sandy Lake, я думаю, отсюда видно. Высота офигенная, блин. Кводик сделал. Ага. Ну, пробежим еще километров 15. И потом надо рвать назад. Зимний день короток, блин. Шубу тормознул, блин. Посмотреть на эту красоту, а? Озеро в лесу просто. Уже наполовину замерзло. Хорошее озеро. Еще не доехали, она будет еще возвращаться. Японский. Не верится. Вот все, это последняя остановка. Вон там шкура лося лежит. Там подъезд есть к этому озеру. Это узкое такое озеро, длиннющее. Ага. А здесь кто-то сделал самодельную такую, веток накидал там всяких. Я даже не знаю, можно переехать или нет. Но мне нельзя переезжать здесь. Че толку, да, я перееду. Там еще 5 километров, потом трасса. Трасса где-то километров 35. И потом до моей машины километров 5. Чем по трассе пилить, я лучше этой же дорогой назад поеду. Перекусить надо немножко. Блин, вот этот участок, это теневой такой, в тени вообще солнца нет. Задубел. Задубел, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко, замерзло все в этом году так рано. А, елки-палки. Ну ничего, перекусим и вперед. Надо не вперед, а назад.
надо мчаться. И надо, чтобы бензина хватило, блин, там полбака всего осталось, на. Или не жрать, а? Если не жрать, я могу за пару часов добежать. Тоже вариант, блин. Сейчас подумаем. Короче, мы подумали, китайский ножик вот достали, посоветовались с академиками знакомыми, и те сказали, кушай, Володя, кушай. Кушай, брат, только сказали, пока кушается, надо кушать. Как потопаешь, нет, как полопаешь, так и потопаешь, правильно? И потом это лучше не сломя голову лететь назад, а вдумчиво так хорошо ехать, смотреть все, разведывать, продолжать места, потому что у нас миссия у нас, да? Это, так, ну что, у нас еще проблема есть одна маленькая, некоторые вот эти... Товарищи натыкаются на наш канал, так это мясо. И это, ну, не знакомы же с нами, с нашими традициями, правильно? И говорят это, блин, хоть бы из уважения к телезрителям, не жрал бы хоть в киношки, то все. Вот вам, мужики, это говорю, уходите нахер, уходите с этого канала, блин. Наш канал это не для вас, короче. Идите туда, где вас уважают и где не жрут, блин. А нам надо пожрать быстро и двигать. А? Пить взял тоже. С ножа не кушай, злой будешь. Я и так злой, как собака. Без лося остался, блин. Ну, а это... А, ну, что, 5 минут потеряемся на жатву. Это немного. Только солнце, блин, быстро садится. Ну, ничего, мы сейчас... Лишь бы совраска не подвел. А в награду преданным зрителям нашего канала... Анекдот расскажу. Блин, проголодался, я рано встал. Все. А, вкусно. А, не получится жрать и рассказывать. Короче, приехал горожанин в деревню. Охотится на медведя. Спрашивает, с кем мне пойти на охоту, посоветуйте. Ну, ему посоветовали, тут опытный проводник, с ним иди. Горожанин пошел с ним, договорился, все. Он говорит, завтра утром пойдем. Утром пошли. Идут, значит, по лесу, проводник впереди. Горожанин с пушкой сзади. Идут так, и выходят из леса на такую опушку, и там вдалеке медведь на той стороне кушает травку, что-то пасется. Проводник так, хоп, руку, замерли, стоят. Проводник говорит, иди сюда, шепчет так. Через некоторое время опять. Иди сюда! Ничего не происходит. Он через некоторое время опять, уже чуть погромче. Иди сюда, я сказал! Горожанин у него сзади. Нахера ты его, мудак, зовешь? Мне кажется, смешной анекдот. Я его люблю, хороший анекдот. Ну ладно, что я вам буду показывать, как я тут жру, правда? Сейчас сожру все. И рвем назад. Смотрю на трапперские примочки. Капкан висит к бревнышку привязанный, видите? Он его потом поставит, наверное. Так, что-то интересные места такие. Так, тут ничего нету. Ага. Ну классно, классно, блин, а? И вот такие мелкие хитрости, блин. Попробуй найди их в тайге, да? А ведь у меня эти три бревнышка, не бревнышка, ну палки просто, да? Внимание привлекли, думаю, какого хрена они так лежат? В природе там, ну одно дерево упадет, ну два, тут три. Ага, под низом что-то, видимо. Не. Петля. А вон она чё, блин. Видите петлю, да? Чик.
удавочка. Тоже где-то поставить. На каждой палке есть такая петля. Это он их просто сложил. И капкан поставить. Ну правильно, блин, надо ставить. Вон сволочь ходила, видите? Падлюка. Так, ну мне с этими ребятами надо дружить. Они пусть волков отлавливают к чертовой матери. Чтобы копытные опять появились в изобилии. Ага. А я буду бочки ставить. Медведя кормить. Ох, какие дерева тут, а. И мы это, главное, пересекаться не будем друг с другом. Трапперы зимой только работают, а я весной, осенью. Блин, ну деревья какие, а. Какой лес. Офигеть, офигеть. Классно, классно. Хорошо, что я по этому трейлу сбегал. Блин, надо поспешать, надо уже чуть-чуть двигать домой, ёлки-палки, а. Блин, а, жалко, что день не резиновый.